Нравится та, скажем, легкость, с которой Игорь показывает свои песни. Игорь Растеряев. На квартиру. Спасибо. Следующая песня, конечно, не совсем легкая. Вот, хочу сыграть ее на гармошке. Называется она «Ромашки». Весь день по небу летают какие-то самолеты. Они на отдых в Паттайю, наверное, возят кого-то. А я пешком в чистом поле иду-бреду по бурьяну к погибшим от алкоголя, друзьям Ваську и Роману. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок на овальной фотке песенку поет. О паленой фотке себе такую дорогу ребята выбрали сами, но все же кто-то, ей-богу, их подтолкнул и подставил, чтоб ни работы, ни дома, чтоб пузырьки да рюмашки, чтоб вместо Васи и Ромы лишь васильки да ромашки. У меня лежит не один товарищ на одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок скачет изумленно синие кресты, помня поименно, но все слова бесполезны и ничего не исправить. Придется в банке железно букет ромашек поставить. Пускай стоит себе просто.